Вот такое ведется у нас производство возле районного поселка Бумрак. Буквально в нескольких сотых метрах от населенных домов. Вы не представляете, как здесь воняет. Чем дышат наши дети. Чем дышат наши дети, старики, и мы вместе с ними. Вот что оно творится здесь. Разливается, наливается, насыпается. Дальше пройти не можем, потому что уже предупреждали. Вот в этом заброшенном здании. Шоссе авиаторов. Какой-то тут номер у нас. Что самое интересное, рядом с этим производством и с этой свалкой вот этих вот пищевых отходов в нескольких метрах. Вот это, вот здесь вот свежевспаханная земля, нам кладут новый водопровод. И вот эта вот мусорка, свалка, находится прямо на этом водопроводе. Просим обратить на это внимание.